я соврала, ведь с Ирой мы болтали недолго. Просто я гуляла на опушке леса, не решаясь войти. В голове крутилась статья из газеты и разговор с подругой, а с внучкой бабы Тани, соседки. Риторически спросила бабушка у них недавно. Тут бабушка замолчала, нет. Ничего. Она опять улыбнулась, так же, как утром. Меня это насторожило. «Слушай, ба, у меня есть разговор», — сказал я с серьезным лицом. «Хорошо, за ужином поговорим». «Раздевайся», — сказала бабушка и ушла на кухню. Думаю, она догадалась, о чем пойдет речь. Вечером в 8 часов я спустился из своей комнаты на кухню, на зов бабушки, ужинать. До этого в своей комнате я искала в интернете, на ноутбуке, который привезла с собой, информацию о нашем лесу, но ничего не нашла. Итак, приступим. Бабушка начала есть. Было видно, что она оттягивает разговор. Бабуль, в моей комнате на журнальном столике лежала газета и потом и рассказала. Начала мямлить я, но бабушка меня перебила. «Я знаю. Я тебе расскажу. Не знаю, чего тянуло. В общем, месяц назад у нас в деревне стали пропадать дети. Думаю, ты видела статью в газете. Первая девочка, которая пропала, была сестрой Иры». «Что?» Удивилась я, так вот почему она была грустной. Она ничего не рассказала. Ее сестре было 13, очень хорошая девочка, жалко. «Так, чему я? Никто не знает, куда дети пропали, но все исчезли в лесу. По ночам те, кто живут недалеко от леса, слышат рев. Я прошу тебя, не ходи в лес. Это очень опасно». «Хорошо». Пролепетал я. Мне стало очень интересно и из-за того, что я мечтала стать детективом, мне во что бы то ни стало. Захотелось разгадать эту загадку. Но идти в лес мне совсем не хотелось. Я решила расспросить людей, живущих недалеко от него, когда мы закончили ужинать. Я пошла в комнату и до самого сна думала о рассказе бабушки. Солнце светило прямо в глаза. Утро. Я проснулась и села на кровати, потерев глаза. Посмотрела на часы. 11 утра. Сегодня наконец-то выспалась. «Майя, ты уже проснулась. Тогда вперед, завтракать!» Бабушка кричала с кухни. Я нехотя встала с кровати, оделась. Умылась, заправила кровать, завязывая высокий хвост. Спустилась вниз на кухню. Как вкусно пахнет! Еще бы! Я приготовила блинчики, садясь за стол. Бабушка достала сгущенное молоко. Обожаю его с блинами. «Как спалось после вчерашних страшных историй на ночь?» Усмехнулась бабушка. «Отлично». С забитым ртом ответила я: «Очень вкусно. Кушай на здоровье». Когда блины были съедены, я встала из-за стола и решила пойти на улицу осуществлять свой план лес. Полная энтузиазма. Я направилась в прихожую. «Будьте осторожны. И не ходи в лес», — строго-настрого запретила мне бабушка. «Хорошо, бабуль», — сказала я, покидая дом. «Сегодня прохладно», — подумал я. «Хорошо, что одела ветровку». Я направилась прямиком к домам, стоявшим на опушке леса. Их было 3. В одном жил старик, который сводил концы с концами, вот и не уезжал. Во втором семейная пара. Тети Маши и дяди Ваня. У них не было детей, да и оба были уже староваты для этого. Третьим жил лесоруб Дён, который из-за работы не мог переехать. Я решила опросить их всех. Первым был старик, но он даже дверь не открыл. Старый параноик. Подумал я. Тук-тук, постучала я в дверь тети Маши. «Кто там?» Послышалось из-за двери. Голос был женский и испуганный. «Это моя, теть Маша. Откройте, пожалуйста».
Помедлив минуту, мне открыли. Я поздоровалась и вошла. Тетя Маша выглядела уставшей и напуганной. «Привет, маечка. Давно тебя не видела. Ты так выросла. Проходи». Она указала на кухню. Я прошла и села на стул. «Итак, что привел тебя ко мне?» — спросила она. «Я хотел расспросить вас про лес». Я замолчала, увидев взгляд тети. Она опустила их. «Знаешь, я предпочитаю не вспоминать. Что живу рядом с лесом и вообще про него? Тут я заметила, что нет дяди Вани». Вдруг у меня в голове возникла ужасная мысль, и я посмотрела на Машу. «А где дядя Ваня?» — спросила я, надеявшись на лучшее. «Он пропал в лесу уже как 3 месяца. Тихо произнесла тетя, чуть не плача. «О! Извините, что спросила. Я пойду». Я встала и покинула дом. Теперь мне стало ясно, что в лесу и вправду что-то есть. Или кто-то. Я шла по тропинке, которая вела в лес, но не доходя свернула. Напоследок я бросила последний взгляд на чащу и... увидела 2 красных глаза. Они смотрели прямо на меня. 2 большущих, налитых кровью глаза. Я очень испугалась и рванула оттуда со всех ног. Через 15 минут я была уже дома. Бабушке я не стала рассказывать про это. На ее расспросы про место, где я гуляла, отвечала, что рядом с домом Иры и вообще поблизости. После обеда я поднялась в свою комнату.